ОФСБ России по Ульяновской области вместе с региональным следственным комитетом России пресекло противоправную деятельность местного предпринимателя, причастного к даче взятки в особо крупном размере. Установлено, что указанное лицо в июле этого года передало сотруднику правительства Ульяновской области 2 миллиона рублей за оказание содействия в победе в аукционе на поставку медицинского оборудования. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере».